Януш Корчак – талантливый педагог, психолог-практик, человек, который не боялся детских вопросов. Он автор широко известных книг о воспитании «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение», а также книг для детей про короля Матиуша I, вошедших в классику мировой литературы. Всю свою жизнь Януш Корчак посвятил детям. Януш Корчак, мы все это знаем, был великим педагогом, педиатром, который свою жизнь всю до остатка посвятил детям. У него есть своя школа воспитания детей, которой руководствуются многие педагоги в наше время. На открытие выставки под названием «Нет детей, есть люди» были приглашены консул Генерального консульства Республики Польша в Харькове пани Халина Гранат, представители Донецкой облгосадминистрации, руководитель Генерального консульства Республики Польша в Донецке Якуб Волонцевич, творческая интеллигенция, педагоги, а также представители Донецкого областного общества польской культуры «Полония». Мое мнение, что мы обязательно должны познакомить широкий круг наших жителей нашей области Донецкой с творчеством и с этой личностью Януш Корчак. «Детей нет, есть люди», – утверждал Януш Корчак, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств. На плакатах фотографии Януша Корчака с его воспитанниками, многочисленные цитаты его трудов, документальные материалы. В целом, выставка рассказывает о мировоззрении выдающегося человека, о его подвиге, о его взглядах на ребенка и воспитание. Леся Полякова, Александр Худалий, Первый муниципальный.